Добрый день, зовут меня Сергей Пунтус, я являюсь территориальным менеджером компании Сингента овощного подразделения по Краснодарскому краю. Сегодня у нас 13 мая 2020 года, находимся мы на полях ЛПХ Комарчук АВ, хутор Новониколаевка Услабинского района. Сегодня хочу я показать вам наши новые ранние гибриды капуст компании Сингента. Рассада капусты была высажена 6 марта, но в связи с такими условиями, которые сформировались в этом году, вегетационный период, естественно, растянулся. На сегодняшний день вегетационный период составляет 68 дней, но и конкуренты подошли тоже в эти сроки. Гибрид Росберг. Суперранний гибрид. Вегетационный период 48-50 дней. Средний вес кочана 1,5-2 кг. Кочан округло-овальной формы. Хорошая плотная внутренняя структура, хорошая сила роста. Гибрид предназначен для реализации на раннюю продукцию в пленочных укрытиях и в открытом грунте. Основное направление – реализация в свежем виде.